Эскизы цветных тату. Тут мы собрали для вас эскизы цветных тату. Коллекция располагается в самом низу страницы и периодически обновляется по мере появления интересных рисунков для цветной татуировки. Страница позволит интересные факты про особенности рисунков, поможет в выборе. Мы напоминаем, что все рисунки, что есть у нас, и те, которые вы найдете в сети, с огромной вероятностью неоднократно были нанесены на тело в виде татуировки. Берите рисунки за основу, обращайтесь к художнику по тату и на основе существующего эскиза цветной татуировки создавайте свою, уникальную, согласно всем пожеланиям. Это совсем недорого всего, особенно учитывая то, что татуировка это навсегда. Все про особенности и варианты рисунков и про эскизы цветных тату. На самом деле цветная татуировка – это одно из самых, технически, сложных направлений в татуировке, так как мельчайшая ошибка в выборе цвета для определенного рисунка сделает работу заметно, некачественной и неэстетичной, а исправление цветного рисунка татуировки – задача максимально сложная. В некоторых случаях, грамотный тату-мастер будет рекомендовать сделать татуировку одноцветной, лишь немного поигравшись оттенками серого, что может быть вполне обосновано для некоторых рисунков или участков на теле. Однако, при правильном подборе цвета и общей цветовой композиции, внешний вид цветных татуировок куда более заметен, современен и привлекателен. Ярким девушкам – только цветные татуировки. Для женской половины человечества, которая уделяет особое внимание внешнему виду и привлекательности, татуировка стала своеобразным инструментом, который позволяет добиваться поставленных целей максимально эффективно. Это видно по количеству звезд, знаменитостей, медийных личностей и просто популярных девушек из соцсетей. Цветные татуировки на их телах появляются все чаще и чаще, выглядит броско и зачастую чертовски сексуально. Вся информация принадлежит сайту tatufoto.com. Копирование запрещено. У нас на сайте вы найдете больше информации про значение рисунков татуировки, сможете посмотреть фото готовых рисунков и подобрать эскизы для татуировки. Ссылка в описании. Вся информация принадлежит сайту designfoto.ru. Копирование запрещено. Ссылка в описании. Популярные темы для цветной женской татуировки. Стилизованные изображения животных. Цветные вариации в стиле геометрия. Животные в стиле акварель. Цветные татуировки с цветами. Акцентированные и сочные. Красочные рисунки с цветами, как в отдельности, так и как часть композиции в татуировке, позволяют реализовывать самые смелые идеи как для маленьких, одиночных тату, так и для тату-рукавов или огромных тату от бедра до пятки. Портреты, орнаменты, узоры чаще всего используются как наполнение для крупных тату, с акцентом на другом, основном, рисунке. Цветная, большая. Выбор размера для эскиза цветной татуировки. Изначально хочется сказать и о том, что цветные татуировки маленького или среднего размера не менее привлекательны, их рисунки бывают интересными и заметными, но сравниться с цветной татуировкой, которая занимает внушительный участок на теле по привлекательности и вау-эффекту таким рисункам сложно. Полностью цветные татуировки или комбинированные варианты с цветными акцентами на некоторых элементах тату-композиции в таких вариантах тату как рукав, полурукав или бомбические и так популярные сегодня татуировки для девушек на бедре и ноге, сегодня оправданно популярны. Выглядят они максимально броско и в состоянии полностью изменить образ. Думаю, что вы, как и мы, неосознанно уделяем больше внимания, рассматривая именно такие рисунки тату, которые позволяют мастеру и владельцу полнее раскрыть идею татуировки и свое художественное мастерство. Эскизы мужских цветных татуировок. Мужчины, как и женщины, любят выделяться и не прочь почувствовать на себе восторженные взгляды. Цветная татуировка в этом хорошо выручает. Но у цветной тату для мужчины есть и вторая функция – статусная. Качественная, сложная, имеющая художественную ценность татуировка большого размера – это внушительная трата, которая, если говорить о простой тату среднего размера, для сравнения, может отличаться по цене в десятки раз. Некоторые сегодня таким способом могут подчеркнуть и свой статус. Популярные варианты для мужчин. Китайские и японские тату. Сцены сражений, битв, войны, рыцари, библейские мотивы. Животные. Преобладают рисунки опасных, сильных хищников в стиле реализма или 3D. Птицы. Портреты. Нередко, женские тела. Стили. Дяди Лос Муэртос и контрастные тату в стиле Old School. Вся информация принадлежит сайту tatufoto.com. Копирование запрещено. У нас на сайте вы найдете больше информации про значение рисунков татуировки, сможете посмотреть фото готовых рисунков и подобрать эскизы для татуировки. Ссылка в описании. Вся информация принадлежит сайту designfoto.ru. Копирование запрещено. Ссылка в описании. Когда лучше не делать цветной рисунок татуировки, даже для человека, не имеющего профильного образования, поверьте.
поверхностно знакомого с искусством татуировки, стилями и техниками, будет ясно, что цвета, отличные от черного, темного, будут неуместны для тату-надписи. Редко встретишь татуировку с надписью, выполненную в цвете, это как минимум психологически непривычно, пишем мы черным по белому. Bloodwork. Это направление в татуировке само установило ограничения для использования цвета, именно четкие линии разграничения плотной тушевки и нетронутой кожи, делают этот стиль интересным, немного завораживающим. Dotwork. Тату-рисунки, которые выполнены точками, имеют некоторую специфику, которая предполагает работу в одном цвете, возможно, в некоторых случаях оттеняя контур. Крайне редко можно встретить необычные миксы стиля dotwork и цвета в татуировке. Графика, фигура, скульптура, чеканка. Специфическое направление в татуировке, которое в подавляющем большинстве не подразумевает цветных чернил, имеет сходство с двумя вышеупомянутыми пунктами. Сравнение плюсов и минусов тату в цвете и монохромных. Плюсы ЧБ-тату. Строгий и солидный внешний вид, проще выполнить достойную тату. Далеко не все мастера работают в цвете, еще меньше татуировщиков могут сделать зачетную цветную татуировку, просто дополнить или изменить рисунок, включая дополнение цветом, долго сохраняет приемлемый внешний вид, менее подвержено выцветанию и потере контраста, дешевле. Минусы ЧБ-тату примелькались: неброские, скучный внешний вид, угрюмость у меня все. По минусам: плюсы цветных тату ярко, привлекательно, свежо, более широкое поле для творчества, реализация ваших идей и мастерства татуировщика, больше доступных стилей для рисунка татуировки, молодежно, современно. Минусы цветных тату: сложности в исполнении, требуется высокий уровень мастерства татуировщика, особенно для 3D реализма, дороже чем ЧБ, не всегда целесообразная яркость и броскость, уход, чаще требуют ухода и обновления. Советы по выбору цветного эскиза татуировки: это сложно для реализации, но крайне важно, продумайте общую идею и концепцию рисунков татуировки на ваше тело. Естественно, все думают, что не покроют себя татуировками с ног до затылка, но и такое бывает. Даже при менее радикальном результате через 10-30 лет на вашем теле может появиться пара десяток других тату. Следует подумать о том, какими они будут, как все это будет сочетаться и играть. Абсолютно не пересекающиеся цвета и стили превращаются в настоящее месиво на теле. Попробуйте выбирать цветовые палитры для тату, отталкиваясь от особенностей тела. Цвета кожи, волос, глаз, пусть рисунок татуировки продолжит вас, а не станет инородным включением. Обдумайте сочетание размеров тату, вы же не холодильник, обклеенный наклейками. Попробуйте подобрать рисунок татуировки, не противоречащий вашей деятельности, или выберите место на теле, которое не создаст проблем с этим вопросом. Слушайте себя и свое сердце, это 100% поможет сделать правильный выбор цветной татуировки. Уделите время на изучение стилей татуировки, хотя бы ознакомьтесь с ними, часто бывает так, что люди хотят одного, потому как не видели другого. Вся информация принадлежит сайту tatufoto.com. Копирование запрещено. У нас на сайте вы найдете больше информации про значение рисунков татуировки, сможете посмотреть фото готовых рисунков и подобрать эскизы для татуировки. Ссылка в описании. Вся информация принадлежит сайту designfoto.ru. Копирование запрещено. Ссылка в описании. Yeah.
Thank you.